Вообще, как у вас там обстановка, да? У вас спокойно, ну, нет? Чтоб не злазить, не буду никого говорить. Потому что там этот, как за наступление какое-то писал, Ирка мне вчера говорила. Ну, готовят, да. А, готовят? Готовят. Я думала, было у вас наступление. Ну, стрёмная хуйня, когда танк на тебя хуярит. Я, блядь, пиздец. Это очень, очень стрёмно. И под снайпера, когда попали, тоже стрёмная хуйня. Над головой свистит, бля, не поймешь откуда, бля, начали хуярить непонятно куда. Это с Ренатом, когда понял? Угу. Потом а что, подмили. Вдвоем где-то шоргались или что? Выдвинулись на позицию, короче. Самые танки пошли. Мы выдвинулись с этим самым, бля. С РПГшкой танки ебануть, короче. И по нам начал снайпер хуярить. А потом снайпер отхуярил, начали наши по нам хуярить. Ой, мама дорогая, зая. Шли наши хуярить, мы начали по ним хуярить, а потом поняли, короче, что это наши. Уже стрёмная хуйня. Я думаю, сейчас этот самый, снайпер, когда начал бить, думаю, сейчас ебать, где-то рука, нога, блядь, сразу гранату подготовил, сейчас под себя засунуть, если что, короче, понял? Думаю, блядь, потому что, блин, такое делано. Я и сплю, короче, с этим, гранатой под подушкой. Не выдумывай, что значит спишь под подушкой, что себя взорвать собираешься? Не, ну так если, блядь, ранение, еще какая-то хуйня, некому будет уносить, блядь, это ж такое дело. Не помнишь, что у меня по Украине 18 лет уже висит? И что потом, блядь, сидеть, блядь, всю жизнь?